Неужели прибыли наконец хваленые силы? Идеально не лагаешь? Не, нормально, еще не буду на себя звезду. Издаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Там проводили чак, когда прошу, потому что когда твои чума, миликам нужно, чтобы недалеко нести, а то они не вынесут. Послужат доказательством. Или если они несут там и далеко им бежать, ты типа в миликов встань. А тот, кто бежит, чтобы на тебя чума не скинулась, инцемилия. Да будет. Все бой так. 3 секунды. Герои в атаку! Клика на ТП не вижу, да. Чтобы ты увидел финал. Приготовились, ловушка. Внимание, РГД пробежали, РГД пробежали. Чума себе смотрит. Это еще же бегом. Один раз, это нормально. Я думаю, что не очень. Ребята, вы стойте так. Сейчас там дела. РГД пробежал. Чума 3 секунды смотрит. И вы тут пробежал. Так, ловушка, милики пробежали и чума. Чума, приготовились. Чума, Дарксайд побежал, не побежал. Где он вообще? Диспел. Почему не диспелите? Почему вы не диспелите? Милики пробежали в квадрат. Мизантроп, поднимай Дарксайда. На край. На край двигались уже свечом. Пробежали все на край. 0% Лудинас чардж. Диспелл. Так. Потом поднимаем Юрзию Волжи. Так, антихам гель на ману. А где ты его поднимешь? Он улетел, по-моему. А, да? Соответственно. Дух объем. Шипрес. Шипрес. Танта деф дайте какой-нибудь. Капнули танта. Не бейте духа, че вы делаете, блядь? Свет, да? Дроич не набрал. Давайте сильно. Ваня, нового заберешь духа, как? Ну, фаза начнется. Давайте сильно дух объем, задотали его. Все включу. Стали звездочку и. Ну плохо стоишь, сместись вправо или влево. Ну ровно полетят назад. Приготовились станы у ГГ. Кружок. Я улетаю. Две бьем все. Вышли из лужи, вышли из лужи, убивайте. Сука, вы никаких не будете, один кружок не будет, молодцы. Сейчас центр. Может быть, рот? Давайте, давайте.
все пробиться. Право, лево, сквернение. После первого раунда. Готовились. Побежали, право-лево, право-лево, побежали. Выноси, выноси, выноси. Вот, отлично. Фулауе. Стойте, сука, нет. Помотая вальки. Нет замедления. С другой стороны можно стоять. Пошли на другую сторону. Пошли к черепу. Секьюрити тотемаков стоит по боссу. Вы так ближе в звездочку стали. Звезду быстрее сместились. Не под меча. Звезду. Будете лететь быстро. Так, один лок. Так. Разбили вот эти вилами. Сильнее станьте, разбивайте. С мечом иди. А уешьте. Бейте сильнее. РЛ кусак. Дайте стан. Так, внимание, еще стан, разбежались из подвала. Разбежался. А, нет, вышли от него, это бить. Закиньте, закиньте. Сейчас валь. Звезду собрались. ШП, я не знаю, вы улетать хотите или что? Валик бьем. 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 Илл, как дела? Я в треугольнике, отлично. Так, еще одна. Так, нужен еще валик. Вышли с лужи, остался. Теперь мы в центр бежим, валик будет бить. Валик будем бить. Блять, с центра охуенно. Может не будем? А, будем. Бейте вальки. Две вальки, двумя вальками начали. А уешка, отдали путь. Создавали. И там. Стоп трон. Разбили вальки. Будете валик играть или нет? Вышли, вышли, спасли, вышли с лужи, вышли оттуда быстрее, не беги по луже, беги из лужи. На край пошли. Кто на платформе, плюсики, пожалуйста. Я проморожу вас насквозь. Зашли на край. Плюсики, кто на платформе? Там кто-то умер, по-моему. Нет? Я ставлю тотем. Давай, ставьте тотем. Я засыпал. Так, хорошо. Значит, робот там живой. Второго тоже. Все группы. Могу, блядь. Сферы. Ну, блядь, ты видишь, Антон, так нахуй ты его дальше хуяришь? А чё, знаешь, ЛП у меня КД имеет свойство, чё я сделаю, так, блядь? Две сферы ужал, когда умешьте, бейте только кружок, второго не бейте. Сука, сферы бейте. Будете бить что-то, да? Отойди от сферы, на ком сфера? Сука, пиздец, хан, ёбаный, бей сферы, ШП бейте сферы, лок бей сферы. Кружок бьём, сука, бьём. На край пошли, духов никто не трогает. Духов никто не трогает. После кружка ромбик задотает. Захил, захил, захил там. Дайте щит. Все. Можно потом пир давать. Два духа еще. Все, я вылетел. Я в комнате или нет? Да, в комнате. Ну, я сейчас не умри. Да, он пойдет. Стали постояли, вышли немножко. Духов бейте, духов бейте. Будете навек поглощены этим проклятым.
танк ловить бы, пока я, по-моему, они их не бьют. Прошли, постояли. Везде, сука, чё вы ломитесь вперед, сука? Дома... Я и стоял за везде. Внимание, объем ровно. Клич, вырос. Все, уменьшился. На край лича, на край лича. Веди, веди, не стой в центре, веди его. Фу. Бьем дух. Диален, ты кидал СС? Да. Ну, мутантик. Идите, хлопайте. Зета, там подними меня. Воин, подними Кощубу. Вы на платформе, да? Так, да, Кощубу подними. Я на платформе. Поднял Кощубу. Закинул. Идите под дух. Дух идут на рейд. Бразета, у тебя кайф. Да ебаный урод, еще и на меня. Изантроп КД. Да. Вроде. Бразета. Кто-то на платформе есть, тебя не подняли, да? Да, я остался, я еще понял, звезду сошлись. Звезду идем, звезду идем. Духом бьем, блоки, маги, все в стеночку встали. Стеночку, в звезду встали, в звезду. Прошли вперед по стеночке. Вот, молодцы, не получаете. Еще вперед пошли. Ровно на касс стоим. Кастанули, прошли. Духи у портала. Духи у портала, духи летят. Духи летят, два духа летит в рейд. Хлопают носок, закидывают. На меня заливает руки. Бейте, ёбаный дух. Пошли за дух. Еще прошли немножко. Зал, выход. Выход, секунду. Выход. Бьем духа гнева. Добили его. Пошли к трону. Служи вышли. Лича к трону. Лича на край. Лича, встаньте. Лича на край, лича на край, брат. Да подожди ты, блядь, там духи, я ему помогу похлопать. Сайт, подними меня. Так так сложнее хлопать будет, понимаешь? Сейчас куда? Ломись за портал. Зелёный портал. Да ну иду я куда, блять, вой, там место дохуя. Весь рейд ушли к лечу. РДД ушли из-под духов. Под духами никто не стоит. Лужи приготовили. Что, блядь, место мало, что ли? У вас, кстати, нет КД на дерсу? Где вы? После следующей комнаты. Кого поднять? Не, паралайзер, поднимай быстрее. В центре лежу, быстрее поднимай. Так быстрее сейчас комнаты. Пиздец, мне кажется. Эти бафы, там касочку, 300 баф, лапу. Сейчас немножко захилимся в комнате, там лапу. Собрали звезду. Звезду на край. Вы пришли, чтобы решить. Звезду идем. Чтобы уничтожить короля лича? Духов бейте, шипы, не вижу спам, спам чумы. За угол зашли. За угол зашли и стоим. Спереди хлопнет бомба. Хлопнула. Пошли туда. Так, даю лапу. Духов бейте. Прошли звезду дальше. В стеночку вжались. Вот, еще дальше проходим. И стоим здесь. Стоим, стоим. Прошли. Стоим. Последний раз прошли. Так. Все к трону. Лича на краю. По краю веди, не веди через центр. Но он в центре дух вообще будет звать. Вот. Давайте. Геру встать. Пожалуйста. Лича сейчас не понял. Миники бывают. Уже приготовились мультики. Байк тебе назад. Розетка. После комнаты будет берса, пошли в звезду.
Никто не умирает в комнату, бейте дух сильно, на край. Ручевание, если я умру, войско вызываешь, сначала таунтишь, потом войско вызываешь, все прожимки. Причем здесь таунтит, не таунтит, там вообще-то урон снижается. А, ну да. Типа 100% прожимка, пошли в звезду, пошли в звезду. Нет, как срезка. Значит, когда танк умрет? Танк живой? Волшебно живой, только. Так, не, улетел. Я по таунтю, босс. Я бабл на КД. Пошли в звезду. Сзади бомба. Завтра, значит, танта закинул. Значит, Дилвас, нажмешь бабл и... У меня бабл на КД, я тебе объясняю. 8 секунд, давайте быстрее бейте. Давайте бейте, сейчас сильно. Быстрее отдаю, все, отдаю, покажи. Хильте, я не знаю, ну все, бабл, это бесполезно бабл, даже. Не-не, это бьет. Вот бейте пока. Пробуйте пока, бейте, вот сейчас бейте. Он еще будет кастовать. В идеале. В идеале, сейчас на тебя бежит. Бейте. Щелга, мутант. Сейчас будет осквернение кастовать, мы убьем его. Вот, кастует, отошли. И добиваем. РДД вы добьете. 3-3-3. Shadow Morn. Глыба. Сейчас еще духов вызывает. Не, еще два ляма. Бейте, сейчас будет духов звать. Бейте, вот. Убивайте. Быстрее давайте. Сука, нет, живем. Блять, хуй знает. Так он на скольки юзает? На 10 лямах? Угу. Попробуем, может, получится. Два с половиной ляма залезть. С танков. Без танков. Да там танк помогут, даже я все прожал, ебать, он, я сколько, 3 секунды прожил и все. Он под войском нормально, так и под срезки не убивает. Там, он же по миллиону там дамажит. Я могу перетаунтить, ну, не на КД, притворить, а в другой конец зала. Вот там? Да. Что, все БР на КД? Хан Таунти. Таунти, ты на другом конце. Я стаунчу с тебя. Удиален, не знаю, что-нибудь прожми, живи, сука. Таунти Хан? Блять, КД таунт. КД ебаный хан. Удиален, иди. 1%. Нет, там уже 2 дамагера не убьют. Да бейте! Да там духи еще бегут, они не знают, куда бежать. Сейчас духов будет 2 секьюрити. Нам представь, если что-то путь, то там, я не знаю, это не поможет. Хотя нет, тучки-то нормально поможет. Сейчас секьюрити убьет. 28 минут, блять, берсет, пиздец. Давай, Джелис. Не заходи в лужу, хуярь его. Смотри, палкой. А ходками, да? Вот, уклонение прожимай, пиздец. Сколько там надо было снести еще? Да хуя. Ну, блядь, 1.5 ляма считай. Мне кажется, было много. Ребят, чё тогда? Блядь, я не знаю. Да, 2 минутки отойди. Security. Бегите, резайтесь. Мне кажется, вы не бьете валик. Какая-то хуйня, да? Валик, по-моему, штук 6 или сколько отпустили. Да хуище просто. Анти тут? Тут. Давай тебе звездочку дам. Может быть, вальки будут лететь в одну сторону. Давай. Ассист, на второй фазе будешь звездочку. Вот. Может быть, это нам поможет 6 человек не отпускать. Но я не знаю, почему они улетают. Вот прилетит кружок и 2 вальки в центре, блять. Они ближе к центру. Вы хуярите кружок. Охуенно. А 2 те вальки вы вообще не, блять. Вы им, блять, до 70 хп не опустили. Это пиздец какой-то. Чем это связано? Ну, пишет, типа, мутанты нельзя в спину ставить. А куда их можно ставить? Это визуальный баг, вроде как. Ну и что от этого изменится, что-то. Так это же визуальный баг.
Он не технический получается. То есть ты хочешь сказать, они телепортируются. Ну нет такого говна, по-моему, нету такого. Не знаю, короче. Сука, чего бой висит? Откуда? Потому что какой-то слоупок согрел Вальку. Вот умер. У меня, говорит, Вальку ставьте шкаф здесь. Лок есть. Если вы в себе не уверены, что Вальку не согрите, то мы вас сумоем. Резайтесь быстрее. Трупы там резайте на платформе и заходите вниз, мы вас сумоем. Знаю, это учили в хамах там, да? Какой скрин? Ты улетел на ловушке. Я тут присматриваюсь по рейду на рейд. Да. Верзил, я так понял, через ловушку чарж сделал. Ну, типа, было, он стоял, между ним была ловушка, и чарч или сейчас сделал. Так он умер. Ну, как я это видел? Ну да, улетел. Он просто изначально выбежал из ловушки, и потом сделал чар в леща, и, получается, чаржем залетел в ловушку. Блядь, вы будете заходить, нет? Принимайте сумоны, пожалуйста. Релогался. Так. Джейлис. Смарткилл ареснит. Он не встанет. Смарткилл здесь? Да, я тут. Ареснит. Тыкайте на сумоны. Кащу два страйка, так что все полутая убиваем. Или... Наш рейд обречен еще на притворе. Принимай сумон. Секурити пришла. Чек на присутствие. Пусть рыбу пока. Дарксайд, принимай готовность. Он пришествие же говорит, там второй спек протопал есть. Опять-ка. А хотя он злой вчера там. 4-6 так. Она уж не злой. Чек на пол. Принимай готовность. Дарксайд тут. Резила будет. Забабьте секурити, ешь по команду, запускаю ручку. Каску на себя паладин дай. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Каску на секьюрити, пожалуйста, паладины. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. Приготовились. Да будет так! Герои! И секунду до кула прожимаем. Опи. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Прошли милики. Прошли, милики.
Пик на хаповары. Пушка мини прошли, миники прошли. Не стоим еще, не стоим. Миники прошли далеко, прошли далеко. Чума, секунда. Все собрались, звезда квадрат. Чуму не носить. Покоря забери. Шахтаря забери, шахтаря забери. Улича! Шахтаря прошли, ловушки на край все ушли. Не бегите по ловушке, вон черная говно. Улича бьем. Да, 74. Сейчас будет ловушка, внимание. И чума. Милики отошли от края, на самый край зашли. И чума секунда. Смотрим чума, вносим, бил вас, побежал. Я не помню. Спел по рейду. Сука, когда чума говорит, значит надо двигаться к трэшу. Переводим лича, перевели лича, а уешим это говно. Ваня, аккуратно, там ловушка. Залил ману. Залили этих дураков. Стрейк за уешим. Нового духа заберешь, Ваня. Последний пук сильно влез. Сильно. Сейчас забираю, Вань. Я ему сало дал. Сильнее пук. Шар забили. Духа сильно. Звезду внимание. Ставили. Давайте на другую сторону, плохо стоит еще. Звезду встали. Ровно звезду быстрее. Мне не сейчас будет. Давай. Прыгаю вон, вставайте в звезду. Сейчас без роста этих бьем, после вали просто. Все три разбили. Мы уже вышли. Один из вышел. Вышли от валик, вышли из подвалик. Вышли, вышли, вышли. Добили дверь. Молодцы, давайте рост. Сейчас центр. Сейчас очень опасно. Лужа. Внимание на них. Все, в звезде. Отвечай, пожалуйста. Помогу домашнему. Милики, чуть в звезду отойдите назад, все встаньте в звезду. Внимание, первый спуск и бежим вправо-лево. Побежали, лужа, побежал, побежал, молодец. А уешим, вы под ростом, сейчас развеете. А уешим сильно. Первый еще спуск. Сильнее. Еще сильнее. Тут сильнее. Меча. Сейчас внимание, центр не веди. Не веди, лужу ставим на краю и пойдем в центр. Внимание, лужа. Велики разбежались. Смарт-кил не творится. Все, в центр. Стой, стой, не веди. Все, в звезду встаньте. Всех бьет. Внимание. Разгачат, сука. Вот эти две бей. Внимание, лужа, вышли из-под меча. Беги, меча. Малышка, так, беги! Переводим. Сейчас посмотрим, сильно. Жали пусты. Рейд на край. Готовимся, процент. Рейд на край, рейд на край. Процент. Сейчас вальки будут. На край рейд, вы сдохнете сейчас. 40%, все, на край бегите, сак.
Захил. Чешки отдавайте, захиливайте. Вот, молодцы. Бьем дух. Мозгачав тупой. Стоял бы. Сберок, что ли? Но, сберовань. Давайте умру. Кому сейчас мутанту? Да. Заход не имеет, сейчас ход. Заход не имеет, отход. Щиты там. Сферу убили, сферу убили. Дупа уже бьем. Бьем дух. Ставил звездочку, взвизгивался, взвизгивался, на край пробежали, кастую хил, духов бьем, блять, дух бред летит, пошли за угол, бейте духов, чтобы я их вообще не видел, взвизгив встали, постояли, пошли, встали тут, кастуем и пошли, стоим. Пошли вперед на стеночку. Еще немножко. Секунда. И еще немножко. И тут следующий дух. Ждем дух. Никуда не трогаемся. Внимание. Ждем дух. УДД в кружок. Вышли служи. ШП стоишь в луже. Антихан, блядь. Чак прям. Вон портал играет. Дух убили. Залича, встаньте. Внимание, лужа, милики разбежались. Милики разбежались. Лужа осталась, все. Бьем лича. Комнаты выйдем, к порталу ломимся. Все там. Звездочку. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом. Пошли. Чтобы уничтожить короля на край. Вот куда звезда идет, туда иди. Вы немножко вперед пробежали. Стеночку взяли. Пошли за угол. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Пошли. Быстрее из-под трона уйдите. Отлично. Сейчас все в трон бежим. Бежим. Сейчас тут и хлопок. Сразу в трон бежим. РДД бежим в трон. Уже в трон. Кирюшки. Кирюша, милики, разбежали. Милики вышли из-под личины. Резона вышли. Идеален остался. Бьем бычку. Сейчас будет последняя комната. После комнаты идем к порталу. Сразу прям. Все, звездочку идем. Звездочку идем, звездочку и вперед. Теперь проходим.
был подъем. Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, стою, как и я, будете наверное постоянно прошли этим проклятым клинком. Стеночку вжались, стеночку вжались. Пошли вперед. Побежали за него, еще один раз. Секунду стоим, побежали. Сюда побежали, стоим. Теперь побежали. Портал, портал, все, все порталы, лужа у портала, осторожно, осторожно, вышли, РДУ выйдет, ШП выйдет, сущий цунами, добиваем, не кастуйтесь, это лужа, иногда вальки забирают. Не веди. Не веди 1%. Да я духов, блять, ловил, помогал Ване. Наконец-то вы смогли. Вот Дреса выдерутся. Вот как не могу понять, тот же рейд вот так убить, чтобы никто не умер, и до этого 5 вайфов таких тупых. Ну потому что я говорю, почему вы валик не бьете? Вы думаете, блядь, почему же я валик не бью? Линканите валик дома. Вы сейчас их били охуенно просто. Вы смотрите, по 3 вальки мы раза 3 разбили, да? Вот, есть еще один нюанс, то что они в разные стороны. А сейчас они вообще тупо нормально в одну сторону, поэтому может быть и бились АОЕ быстрее. Ну, на этом даже надо акцентировать внимание там. Вот как мозгача сейчас стал. У нас постоянно вот так вот люди стоят. Мозгача, блядь, на будущее, блядь. Правила будут. В тех троях, Слава, ты плохо, конечно, ставил там. Ну, не знаю. Надо смотреть, где центр вот. И если куда вот лучше поставить. В одну сторону они полетят, не знаю. Но когда ты в самом центре стоишь, такое не получается. Так я не в центре стоял, я в центре. Да не, ну сейчас как Даня оставил вообще нормально. Тупо в одну точку все шли. Там он лича еще ведет далеко от центра, заводит. Ну да, это тоже проблема. Я поэтому и первую сказал туда, на ту сторону перейти, потому что лич криво стоял. Вот он лича в центр не ставит. Не знаю, мне кажется, я лича получше ставлю.